Сейчас едем по Москве. Выезжаем на Новый Арбат. Сейчас покажу вам, как тут все горит. Красиво. Вот эти дома знаменитые книжки. Вот эти вот называются. Скажи, это даже с другой стороны. Ну а это что? Они же тоже как раскрытые книжки.
Вот эти, что ворона вытворяет. Выкидывала мусор из мусорки. И вот пытается достать пакет. Вороны такие хитрые, умные, как крысы. Вот что творит, а? Что-то уже ест. Какую-то вкусняшку нашла. А в той мусорке вообще вон что? Шарики что ли то запихнули? Так точно, шарики. Ну, будешь еще вынимать мусор? Но есть, есть что-то. Так, полезла, полезла, полезла. Давай, 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 давай. О, гадость. Давай, 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 давай. Что это такое? Не, не то. Так, 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 вот это хочу, хочу это, да, да, да. Никак не получается. Так, 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 так. Блин. Соскальзывает тяжелое. А ну одеться сюда. Так, давай, 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 давай. Никак. Там что-то тяжелое, что-то вкусное в этом пакете наверняка надо поднять, вытащить, да. Давай, давай, давай. Получается. Ладно, где-то времени больше снимать. Так еще долго можно вот пытаться вытащить. Та-да-да-дам! У меня остался последний стежок. Вот он, последний стежок, который я сделаю. И приступлю к обшивке, которая у меня не сделана. Вот до сюда у меня обшивка сделана вверху. А здесь все, обратный стежок не сделан. Все. Единственное, что вот как я говорила, не знаю, буду ли я зашивать вот это. Но из картины сейчас последний стежок. Вот я его делаю. Все. Так, сейчас буду переворачивать, закреплять эту ниточку. И делать задний стежок, может быть, обшивку. Всем привет! У нас тут что-то случилось. Вот такая служба стоит. Все перегородили. Вон машина. Следователи работают. Обалдеть! Что происходит? Это случилось, то есть машина выезжала и не выехала из гаражного общества. Что-то там случилось. Может, ты неправильно что-то читал? Следственный комитет. Тезисное дело.
Надо кому-нибудь позвонить, узнать, так интересно. Такая штука, кого-то убили, наверное. Ну что убили, может, умер кто-то. Если умер, вот машина выезжала, походу не выехала. Видишь, стоит машина? От гаража и гаражного общества, не выехала она. Ну, может быть, там человек этот плохо ему стало. Нет, они вон ходят, ищут патроны. Выстрелы, походу, были. Вы не слышали ничего здесь дома? Кошка носилась. Я думала, она что-то сбила. Походу, была перестрелка. Девочки, привет. Хочу показать вам мой новый маникюр с кошечками. Выбрала вот такой вот нежный цвет. И в этот раз кошечки. Не знаю, мне очень нравится. Гель-лак и наклеечки.